Всем привет! Хочу показать еще один способ, как поставить маяки на печку. Есть видео, как я ставил по двух отвесах. В общем, разными способами. Сейчас хочу показать, как я ставлю маяки с помощью лазерного уровня. Сейчас выставлю лазерный уровень, чтобы луч бил параллельно печке. У меня на правиле есть метка уже начерчена. Одна, вторая. Сейчас замерю, сколько она. Так, 5,5. Какой слой примерно буду делать? Думаю, сантиметра полтора-два будет достаточно. Значит, где-то сделаем 7,5 сантиметров. Дадим метку здесь на стене, 7,5, так это будет 2, давайте 7 сделаем, меточка 7, да, вот тут на кирпичу от стены 7 сантиметров и на стене дал меточку. Сейчас буду ставить лазерный уровень, чтобы он совпал с этими двумя метками. Так, дал я немножко дальше метки на 5 миллиметров. Под 2 сантиметра сделаю. Так, сейчас водой смочу место там, где будет стоять маяк. Ну и начнем выставлять. Подмазываю его. Все стоит четко. Так, второй. Так, беру второй. Так, подмазываю слегка. И чуть оттопыриваю его сюда. Thank you.
равно пробито. Подбиваю низ. Опа. И теперь вверх. Все. Вот он стоит по уровню. Ну, по линии, возможно, линия карандашом плохо очерчена. Ну, в принципе. Все, стоит он по линии. Так, здесь делаю замеры таким колхозным методом. В общем, что было под рукой. Поставил тут правило, уперев его в два маяка. А сюда поставил плитку. Ну и направил луч лазерный. Чтобы у меня... Здесь образовался полностью угол под 90 градусов. Ну, буду и так же самое сейчас выставлять маяки на саму плиту. Так, взял вот эту линию. Так, вот и все. Везде поставил маячки. Ну, на сегодня все. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Спасибо за просмотр.